Этот снимок Софьи Дубняковой сделан 22 июня 41 года. Утром она приехала в Ленинград из Крыма после отдыха. И по дороге с вокзала зашла сфотографироваться с крымскими розами. Она еще не знала, что уже несколько часов идет война. Вот иногда не каждому это скажешь, и не каждый это поймет. Вот обыватель, может быть, этого не поймет. Может быть, ханжа какой-нибудь этого не поймет. Но каждый здравомыслящий человек поймет. Вот война ведь это было такое национальное, это было мировое бедствие. Это горе было для всех. Ну, у нас, например, в России, наверное, может быть, нет семьи, куда бы не коснулось это горе. И для меня это было горе, для всех это было горе. Но вместе с тем, вот для моего поколения... Это было, наверное, и самое счастливое время в жизни, потому что это была наша молодость. Ведь она же у нас не повторяется. Это не, ну, не... И любить нам хотелось, и любили мы. Любовь, это, конечно, она другая была. Там ты знал, что ты можешь любить сейчас, а через минуту может этого человека не быть. Ведь вот, наверное, когда мы в мирных условиях любим, мы ведь не с таких позиций смотрим. Правда? Я думаю, что, ну... Сегодня мы с ним встретимся, ну, сегодня где-то он там может меня поцеловал, или там ручку пожал, там через месяц, может, он меня поцелует. У нас ведь не было сегодня, завтра поцелует, любит. Уж если мы любили, значит, любили. Во всяком случае, вот неискренности там не могло быть. Вы знаете, иногда до оскорбительного больно, говорят о женщинах, которые были на войне. Вот было такое очень... Я считаю, что это оскорбительное слово. ППЖ. Полевая передвижная жена. Это термин, пожалуй, родился... На фронте его говорили, этот термин был. Но этот, он, наверное, родился не на фронте. Он, наверное, родился в тылу. Он пришел из тыла. Потому что... Ну, что говорить? Была так, были такие женщины... Солдату, конечно, это было не дано, а были командиры большие, которые, ну, возили с собой, так сказать, жен. Ну, вот он был, полюбил какую-то девушку, а может быть, не полюбил, а просто там вот в силу своих возможностей там был с ним близок, все, а потом вот, так сказать, возил ее за собой, эта девушка была, как бы сказать, при нем. Вот у нас, например, был такой командир дивизии Симонов, его Милочка звали. Так такая Люба была военфельдшером на КП, так вот он, так сказать, она была при нем. Она даже была не как просто вот фельдшер, ну так вот, для всех. Но если была необходимость, она, конечно, оказывала помощь, но вообще она была при нем. Но это же ненормальное явление, вы понимаете, это исключение, о котором, ну, может быть, даже не следовало бы, может быть, и говорить. А вообще, я говорю, что чувства как раз очень сильно проявлялись, это были искренние, хорошие чувства. Комсорг танкового батальона в боях на Курско-Орловской дуге. Старшина Нина Вишневская, москвичка. 16 лет, курсы сандружинниц, 17 ушла на фронт. Я должна была выходить из этого окружения на танке этого лейтенанта. Перед тем, как разойтись, он предложил и говорит, а теперь давайте простимся. Неизвестно, встретимся ли мы еще раз. И вот начали друг с другом прощаться. Это было вообще такой очень трудный. Еще каждый и не осознавал, что мы действительно не встретимся. И в то же время... Не мог быть твердо уверен, что мы выйдем, поскольку кругом были немцы. Вот. Ну, а потом он залез тоже в этот окоп под танком, потому что местность еще обстреливалась. Ну, и
неожиданно для меня завел разговор совершенно на другую тему. Но первый вопрос, который он задал мне, ты, говорит, хоть пробовала? Я говорю, чего пробовала? Он говорит, ничего, а кого? Мужика пробовала? Я говорю, ты что, дурак? Уходи отсюда. Он говорит, дурак, дурак. Не выйдем отсюда. Все равно завтра всех убьет. А я, говорит, тоже еще не знаю, что такое любовь. Давай, говорит, попробуем. Ну вот. Ну, то ли в шутку, то ли всерьез. Но чувствовалось, что не хотелось, конечно, умирать в молодые годы, когда жизнь вся впереди. И вот этот страх не за то, что тебя убьют, а страх за то, что ты еще ничего не изведал в своей жизни, он не давал покоя. Не давал покоя, потому что, ну, не хотелось умирать в такие молодые годы. Он был полностью забинтован. У него... Лариса Дейкун из Гомеля. В 44-м работала в военном госпитале. Ну, видно, я ему кого-то напомнила. Когда паня, мы работаем, она ко мне обращается, Лариса, 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 это вот он. Лорочка, Лорочка. Я знаю, что я точно такого товарища не знаю. Поворачиваюсь, а он все, значит, зовет меня по имени. Я подошла и никак не пойму, присматриваюсь. Он, ты пришла, ты приехала, в общем, такие слова, я уже теперь полностью не помню. Я знала, что ты приедешь. Я, значит, его за руку взяла, нагнулась, он что-то вот шепчет, и я не могу понять, что он говорит. Я сейчас не могу рассказывать, просто, знаете, когда вспоминаю так такое, слезы пробиваются. Я, говорит, когда уходил на фронт, я не успел тебя поцеловать. Поцелуй меня. И вот я нагибаюсь над ним и поцеловала его. И у него так вот из глаза слеза выскочила, и я поплыла, и в бинты спряталась. И все, и он умер. В то время Ларисе было 15 лет. Первый поцелуй, последний поцелуй. Сержант Валя Чудаева, командир зенитного орудия, была ранена, контужена, еле спасли от ампутации обеих ног. Это спасение продолжается и по сей день. Живет в Минске. Война как война, люди везли с войны трофеи, а я везла мужа. Но тогда еще я его не везла, потому что мы, собственно говоря, сошлись на чужой земле, мы сошлись в Польше. Никакой росписи не было, тут на совесть я вышла замуж.
Но почему-то верила, что вот это вот брак этот воинской части, ну, свадьба была с кружками. Помню, свою служилу выстирала, она была вся у меня в соли, старая. Платье нам уже потом к концу войны дали. Уже, мы уже не гимнастерки с юбками, а мы уже имели платье военное. Ну, вот. И бимбер польский этот, спирт, их там самогон, кто там, что там разберет. В общем, солдатские кружки, вот такая была свадьба импровизированная. Ну, по дороге и возвращались с такой надеждой, что жизнь будет, что мы горды, что мы какой-то, ну, какой-то долей мы помогали и приближали День Победы. Но все было не так. Честно вам скажу, не так было. На нас смотрели совсем плохими глазами. И мы старались не говорить о своих ранениях, о своих контузиях, о своих всех-всех. Ну кто? Скажи-ка, что меня контузил, забросил туда. Да кто мне в горком комсомол-то принял на работу? Сказал, да что, ты контуженная. Да на нас смотрели, как будто мы из черного тела сделаны, а не совсем не белокожие девчонки. Смотрели на нас, что мы на фронте вроде не воевали, а мы вроде другим занимались. А неправда это, неправда. Если военная девушка по отчаянии даже забеременела, ведь и любовь была, она же существовала, вы же и жизнь-то не обойдете. Ни туда, ни сюда, все равно жизнь остается жизнью. Так ее с почестями был Сталин приказ, что девушка кружить материнской отцовской заботой, отправить ее в тыл, это не порок. Была у нас в роте в третьей такая Нона Смирнова ее, она была русская, а полюбила она командира роты Агиашвили. И вот Агиашвили был грузин. И вот Нона тоже после войны вышла за грузина замуж. Ну, грузин гордый, привез эту Нону, это после войны мы уже через 20 лет встретились, рассказывали друг другу, как, что, как, Нона, как тебя там в Грузии встретили? Она говорит, как встретили? Мы в Вологде встречались, нас начальник штаба собрал в Вологду, он там живет, и там вологодских девчонок у нас много было к концу войны. И вот он нас там собрал через 20 лет победы. Собственно говоря, через 20 лет про нас вспомнили. 20 лет мы были под спудом, никто про нас ничего, да и мы сами. Молчали и ни о чем вообще не говорили. Где были, что делали, вот, была в армии все, была на фронте все. Больше мы ничего, не вступали ни в какие разговоры, потому что мы знали, что все будет рикошетом сшитым в нас. Потому что мы такие плохие, немазанные и все такое. И вот Нона приехала к концу войны, она была беременная. Ну, когда Агиашвили привез эту Нону к себе домой в Зистофоне, старикам, старики были. И что вы думаете, когда они узнали, увидели, что это русская же девушка, с военной, да, да маленькой ростом, да худенькая, да в солдатской шинели, да с этим рюкзаком, да ничего этой Ноны нету. Не надо, не надо, не надо. И выгнали эту Нону. А Ноне надо рожать. И вот Нона говорит, рожала я, Валя, в сарайчике, мзею свою. Сейчас уже Мзея замужем, у меня родился сын, вот недавно я получила письмо, что у Мзеи родился сын, первенец. Что вот такими трудностями встречались, пока дочка родилась, да пока установили, что она похожа на Агиашвили, да пока все примерили, тогда только в дом переступила на порог, в ихный дом. Вот так и нас встречала послевоенная жизнь. Вот мы встречаемся. Встречаемся мы через 5 лет теперь уже, после 20-летия Победы. Встречаемся и так уже седые, и толстые, и пожилые, и старые, как мы себя называем, бабки старые, как мне внук говорит. И мы уже внуков имеем. У меня 2 внука, Андрюшенька и Павлик. И дочь-то одна, потому что без ноги я была. Вот она у меня, девочка моя сидит со мной рядом, хотя она далеко где-то в Забайкале сейчас. С моими внуками, со своими сынами. Ну что ж, нельзя было рожать. Не было и здоровья, и ног не было. Да и, наверное, и жизнь-то такая была. Родила я ее, а во что завернуть-то? Помню, мы с мужем от карты отмочили эту тряпку. Карта, вот, мира, карта мира. Он принес мне эту карту мира. Где он ее достал, так и не знаю в Вильнюсе. Так от этой карты мира я ее завтра на ночь намочила. Вот эти были у меня пеленки. У меня в жизни немножко сложилось по-другому. Мы расстались. Я любила человека. Я люблю его до сегодняшнего дня, может быть, уже его уже нет в живых. Мы в 1946 году расстались. Просто расстались. У меня дочь.
Ну, и мне он дорог до сегодняшнего дня. Я не могу ничего сказать, несмотря на то, что он, может быть, не совсем... Ну, он не совсем... Ну, может быть, порядочный оказался до конца. Но это не... Нет, дело не в этом. Он для меня остался человек, которого я любила, и я принесла это чувство сквозь всю свою жизнь. И я считаю, что... Я ему даже благодарна за то, что у меня есть дочь. Не очень хорошая дочь, и, ну, я просто, нет, я не обижаюсь на него. Умер он не в Ленинграде, он умер в Кисловодске, и я даже могу вам сказать, что вот в прошлом году я ездила в Сентуки, я буквально оползала, поехала в Кисловодск, оползала половину кладбища, пыталась найти его, в этом году я оползала вторую половину кладбища. Ну, тоже я не нашла его, но я знаю, что он похоронен в Кисловодске. Если бы я нашла... Несмотря ни на что, мои фронтовые друзья как раз возмущались, когда я им сказала, что я вот это делала. А вот я считаю, почему? Я ради прошлого же. Прошлым тоже надо жить. Не может быть настоящего без прошлого, понимаете? Не может быть. Поэтому прошлое нельзя все предавать забвению. Ведь в прошлом, это даже потому, что это была моя молодость, это было мое сильное, пожалуй, самое сильное чувство, которое у меня было. Я не имею возможности его забыть, я никогда не забуду. Когда я узнала, что он умер, я очень заплакала. Дочь, это уже она была взрослая, ей уже было 20 лет, наверное. Она говорит, ты что плачешь? Я говорю, что, ну как, что я плачу? Умер твой отец. Она говорит, ну и что, ведь он же для тебя уже давно умер. Знаете, меня обидела ее сухость. Вот она не имела права так сказать. Он, правда, вот палец о палец не стукнул, чтобы помочь ее воспитать. Я одна воспитала. Дочь, это дочь моя, потому что... Значит, может быть, он недостаточно меня любил. Это потому он, я не знаю, но во всяком случае, это было нехорошо, но все равно я его всю жизнь пролюбила. Я уже старый человек, мне теперь уж, так сказать, рисоваться ни к чему и там делать красивую мину при плохой игре. Ну, вот так получилось. Пускай.